Друзья, всем привет! На моем канале меня зовут Лиза Юрченко. И вот, как вы видите, я уже закрыла двери от своего подъезда. Короче, я намылилась с вот этим чудом пойти погулять. И сегодня уже, как видите, в маске. Хотя я вам честно скажу, блин, это так неудобно. И Люк не понимает, что со мной. Люк думает, что я заболела. Ну что ж, мы нажимаем на кнопочку. Давай, нажимай. Нажимай так, как ты всегда нажимаешь. Люк. Давай. Опа. Мы нажали на лифт. Люк, мы плохо нажали. Давай еще раз. Короче, Люк всегда нажимает кнопку лифта сам. Давай. Вот. Опа. Все, мы нажали кнопку. Ну все, мы заходим народ в лифт. И, короче... Мы закрылись в лифте, блин, мне страшно. Короче, Люк. Блин, народ! У меня в лифте погас свет. Господи, мне страшно. Я зашла в лифте, погас свет. Люк, что делать? Ну, короче, давайте первым делом оденем маску. Вот у меня маска вот такого плана со скелетиком, если что. Короче, я иду гулять с Люком на вечер сейчас. И сейчас попробую нажать первую кнопку. Фух, слава богу, свет опять включился. Лючок, мы идем гулять. Все, вот такая вот картина. Мы идем гулять. Люк, посмотри в камеру. Он меня обнимает. Но Люк категорически отказывается смотреть в камеру. Короче, народ. Все, лифт зашел. Ну давайте еще раз зайдем в лифт и все покатаемся в лифте. Мне, если честно, очень нравится. Блин, я опять застряла. А, это он просто не едет. Народ, я опять застряла в лифте. Ну сколько можно уже? Блин. Я опять застряла в лифте. Короче, это уже не смешно. Друзья, я застряла в лифте, вот нажимаю на кнопки, оно что-то... О, еду на второй этаж. Господи.